Всем привет, ребят. Короче, такая херня произошла. У меня подтекал, короче, этот радиатор. Не знал, что делать, короче. Думал новый, но он сам не пробит, а протекал в верхней части. Сейчас вам все покажу, короче. Как можно самому все сделать? Ну, не знаю, можно ли это будет сделать или нельзя. Сейчас, секунду. Извиняюсь за качество. Пацаны, все побыстречку снимаю. На улице мороз. И не планировал ничего снимать, и у меня сейчас еще и батарейка сядет. Купил такой герметик, 3/9. Не знаю, получится, не получится. Вот. Сейчас надо это все дело обезжирить и попробовать сделать. Может быть, все и проканает. Так как, если бы он был пробитый радиатор, я бы его поменял. Ну а так, он не пробитый, просто течет верхняя резинка. Все это делается. Сейчас покажу. Вот, пацаны. Вот крышечка, она загнута вот такими вот приколами. Сейчас фокус. Аккуратненько отверточкой подгибаете. Сейчас мы вытянем эту резинку аккуратно. Ну, когда вытягивать, чтобы ее не порвать. Вот. Там все тоже обильно обезжирим. Зальем герметом. Соберем. И я думаю, оно в течение часам 3 все будет готово. Зальем воду потом опять на время. Проверим, как оно работает. Ну, когда соберу уже. Ну, и эту фигню тоже обезжирить аккуратненько. Вот. В общем, соберу. Дальше вам покажу, как это все делается. И как оно будет. Получится, не получится.